Совсем недавно команда CD Projekt Red полноценно анонсировала масштабное дополнение для Cyberpunk 2077 — Phantom Liberty. Вместе с этим анонсом Red'ы раскрыли огромное количество подробностей грядущей новинки. Например, они выкатили системные требования для этого DLC, которые многих геймеров повергли буквально в шок, ведь уже этой осенью игра станет более требовательной. И у некоторых игроков, которые играли в Cyberpunk на слабом железе, игра просто может в будущем не запуститься. Повышение требований разработчики объяснили просто. Дополнение «Призрачная свобода» не только принесет новый контент в игру, но и буквально полностью изменит все ее основные системы. На связи, как всегда, отец Евген, добро пожаловать на новый видеоролик. Сегодня я хотел бы подробно пройтись по всем изменениям, которые будут ждать нас в Киберпанке вместе с выходом Phantom Liberty. Ну а перед тем, как мы начнем, напоминаю, что у меня есть по-настоящему геймерский и ламповый телеграм-канал, где ты найдешь огромную кучу интересного контента. Например, там я уже опубликовал файлы установки мобильной версии Дивизии, бета-тест которой прямо сейчас вовсю идет. Ты можешь без проблем скачать ее к себе на телефон и поиграть уже прямо сейчас, игрушка очень крутая. Также в моем телеграме есть обновленная и рабочая версия мобильной Warzone, и точно так же можешь скачать ее на тельчик и сыграть. Прямо сейчас в игре стартует уже 4-й сезон. Плюс ко всему, в телеграм я публикую контент, который не вошел в итоговую версию этого видео. Подробности по системным требованиям Phantom Liberty и 20 минут геймплея этого дополнения в лучшем качестве. А также эксклюзивный артбук по киберпанку. В общем, ссылочку на телеграм я оставил в описании и закрепленном комментарии. Сразу после просмотра этого видео подписывайся. Для начала напомню, что действие «Призрачной свободы» будет происходить до завершения основного сюжета киберпанк. Ви предстоит стать шпионом новых Соединенных Штатов Америки, чтобы вместе с другими агентами спасти президента Майерс. По сюжету ее шаттл совершил аварийную посадку на территории Пёсьего города. Это самый опасный район Найт-Сити. Чтобы добраться до первого квеста Phantom Liberty, игрокам будет необходимо дойти до главы, посвященной вудуистам. Но если проходить игру вам заново не хочется или просто лень, то тут будет предусмотрена функция быстрого старта, как это было в DLC для третьего Ведьмака. Дополнение будет содержать новые задания, заказы, импланты, оружие, а также дополнительное древо навыков. Обо всем этом и других изменениях сейчас я вам, собственно, и расскажу. Начнем с так называемых основ игры, которые с дополнением будут либо полностью переработаны, либо созданы с нуля. Так, например, переделали перки и древо умений, чтобы построить их вокруг уникальных классовых способностей вашего персонажа. Хилов, которые просто повышают некую характеристику или показатель на определенный процент, отныне станет значительно меньше. Упор будет сделан не на цифры, а на практическую пользу, что, как по мне, сделает прокачку ГГ более глубокой и интересной. Также будет переработана система полиции. Очень многие игроки жаловались на это и называли полицейских в киберпанке болванчиками, которые появляются не пойми откуда. Теперь же полиция будет больше похожа на ее аналог в играх серии GTA. Например, отныне здесь будет несколько уровней преследования, что-то типа звезд. Каждая звезда будет с разными видами врагов полицейских. Также будет улучшена работа искусственного интеллекта, что должно отразиться как на стычках с полицейскими, так и на сражениях в целом. Киберимпланты Phantom Liberty будут устроены иначе, чем в базовой игре. Отныне показатель брони будет привязан именно к имплантам, а не к одежде, как это было ранее. То есть, отныне игрок сможет носить любую одежду, не зацикливаясь на ее характеристиках. И, кстати, уровень редкости этой одежды и других вещей в игре, он будет устроен иначе. Как конкретно это будет реализовано, точно не объясняется. Но подозреваю, что отныне найти какой-то легендарный шмот будет не так-то просто. Как я уже и сказал, увеличивать ваши хп, броню, ловкость и так далее будут кибернетические импланты. Но есть одно очень важное но. Установить сразу множество имплантов, чтобы прокачать героя максимально, у вас не получится. По мере того, как персонаж приближается к своему порогу, на встроенное в тело железо, Ви начнет страдать от различных дебафов. Например, у него будет двоиться в глазах, будут различные помехи, или он будет страдать киберпсихозом. Кстати, советую тебе прямо сейчас подписаться на мой телеграм-канал. Там я после того, как дополнение выйдет, разыграю одну его Steam-версию и отправлю ее рандомному подписчику совершенно бесплатно, так что ссылочка на телеграм есть в описании и в закрепленном комментарии. Не забудь после просмотра подписаться. Также разработчики ввели полноценную механику боев за рулем. Отныне Ви сможет целиться через ветровое или боковое стекло автомобиля, а также использовать оружие, установленное на некоторых видах транспорта, вроде ракет или тяжелых пулеметов. А на мотоциклах будет позволено использовать катан. Думаю, это будет очень эпично.
Помимо всего прочего, в открытом мире на улицах динамически будут завязываться автомобильные погони. В первую очередь это будет происходить из-за противостоящих фракций. А у самих транспортных средств появятся слабые места, например, зарядные порты. Это что-то типа бензобака у автомобиля из GTA 5, по которому ты стреляешь, и авто тут же взрывается. Также будут переработаны многие архетипы врагов. Как заверяют разработчики, это повлияет на разнообразие в перестрелках. Думаю, никто не будет сейчас со мной спорить, что в нынешней версии Cyberpunk буквально все враги ощущаются одинаково. Разнообразие здесь не чувствуется, это просто глупые одинаковые болванчики. Единственное, что у них отличается, это оружие в их руках. У кого-то пистолеты, у кого-то автоматы, у кого-то дробовики. Все. С дополнением, как заверяют на CD Projekt, эта проблема должна решиться. В открытом мире, помимо новых случайных событий, появится целый ряд новых активностей, которых не было в базовой версии игры. Это и разновидности заданий от фиксеров, например, угон автомобилей для некой мамы Уэллс, и события вроде аирдропа, где ящики со случайным лутом будут падать на карту и оставаться там ограниченное время, за которое вам нужно до них добраться и успеть залутать, параллельно отбиваясь от волн врагов. Кстати, по поводу мамочки Уэллс, автомобили больше в игре нельзя будет купить у фиксеров. Теперь в игре будет сайт этой самой мамы, которая будет выставлять на продажу транспортные средства. Это что-то типа онлайн-магазина, как в GTA 5. Также полностью будут переработаны многие элементы интерфейса, отныне он станет более удобным. Лично мне нынешний интерфейс в Киберпанке очень сильно не нравится, он реально какой-то неудобный. Надеюсь, с выходом Phantom Liberty это все будет исправлено. Теперь давайте поговорим подробнее про сюжет и место действия. Основная новая локация, которую добавят, это Доктаун, своего рода гетто, расположенное в пределах Пасифики. Это место разработчики описывают как самое неблагополучное во всем городе. После того, как Ви выполнит ряд квестов, посещать Доктаун можно будет свободно. Но вплоть до самого начала DLC он будет закрыт от наших глаз. Насколько длинной будет сюжетная линия Phantom Liberty и насколько велик Доктаун, сотрудники CD Projekt Red не уточняют. Лишь подчеркивают, что DLC по-настоящему нас ждет крупное. Лично я ставлю на то, что среднее время прохождения будет в районе 15 часов. Несколько дней назад, кстати, состоялось превью этого самого дополнения, плюс был опубликован 20-минутный геймплей. Имя, кстати, поделюсь сегодня в своем телеграм-канале, залетай и смотри. Вообще, стоит сказать, что большая часть журналистов склоняется к тому, что контента будет достаточно, для того, чтобы игра ощущалась иначе. То есть, о многих фишках игры нам прямо сейчас с вами еще неизвестно. В целом, читая все эти отзывы, смотря геймплей, слушая разрабов, можно действительно сделать вывод, что в сентябре нас ждет полноценный релиз абсолютно новой игры. Это будет уже не тот киберпанк, который мы все с вами знаем и любим, а совершенно новая игра, которую изначально и хотели выпустить CD Projekt Red, как бы это смешно сейчас не звучало. И я верю, что в этот раз у них все точно получится. Тут, мне кажется, ровно такая же ситуация, как с Ведьмаком, ведь немногие сейчас уже помнят, но Ведьмак на старте, как и киберпанк, был не в самом лучшем виде. Но также было много недоработок, много багов, а потом, спустя года, вместе с дополнениями Ведьмак стал шедевром. Сегодня это потрясающая игра, которая остается одной из самых крутых за всю историю игровой индустрии. Я уверен, что история повторится и с Phantom Liberty. И это дополнение сделает то же самое с Киберпанком. В любом случае будем ждать, смотреть и пробовать. Релиз Призрачной Свободы состоится уже 26 сентября, а пока что залетай ко мне в телеграм-канал. Там я публикую еще больше материала по дополнению, плюс поделюсь эксклюзивным артбуком по миру Киберпанка, который ты сможешь полистать, почитать и узнать про этот мир еще больше. Ну и как я и сказал, после релиза проведу розыгрыш и среди своих подписчиков разыграю одну копию Phantom Liberty в Steam. Ссылочку на телегу я оставил в описании и в закрепленном комментарии. Жду тебя, братик, там. Ну а теперь прожимай мне пальчик вверх и пиши в комментариях, что думаешь по поводу нового дополнения для Киберпанк. И, конечно, подписывайся на канал, если до сих пор на него не подписан, и прожимай колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С тобой был отец Евген, увидимся в следующем видео. Например, кстати, в одном из этих двух. Они у тебя сейчас на экране. Кликай на превью, которая тебе больше всего понравилась. Залетай, смотри и приятного тебе заранее просмотра.